Всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня мы сделаем обзор гуманитарной помощи от Красного Креста. Это набор на одного человека. Вот такая большая коробка и маленькая. Эти наборы выдаются людям, которые живут в непосредственной близости от линии разграничения. Сегодня хочу показать, сделать обзор, что на самом деле в этих коробках. Возьмем канцелярский нож. Такой необычный обзор. Эту помощь выдают по спискам. То есть предварительно есть запись. И люди спустя некоторое время получают эту помощь. Вот такая коробка. Здесь написано на английском, на украинском и на русском языке. Давайте посмотрим, что же здесь у нас внутри. Сардина атлантическая в олії. Украина, Миколаївська область, місто Нова Одеса. Сахар, килограмм. Цукор, місто Київ. Дальше упаковка макарон. Рис, місто Харків. Дальше. Это у нас чай индонезийский, байховый, мелколистовой, черный. 200 грамм. Дальше. Масло подсолнечное, Диканька. Полтавская область, Украина. Еще сардины. Пачка макарон. Давайте все так расфасуем, чтобы было понятно. Бутылка масла. Тушенка. Яловичина вищого гатунку. Дрожжи. Это для того, чтобы делать какие-то вкусняхи. 2, 4, 6, 8 штук. Крупа грачана. Килограмм. И еще точно такая же. Макароны. Итого еще плюс 2, 4, 5 упаковок муки. Борошно высший сорт. Килограмм. Ну, доставать мы не будем. Ну, в принципе, можно показать. Это у нас в этой упаковке все сложено. Ну, в принципе, все. Коробка пустая. Сторону ее. Итого мы имеем 5 килограмм муки, килограмм сахара, 4 баночки консервы, здесь 2 тушенки, 525 грамм, чай, 3 пачки макарон, 1 рис, 2 килограмма гречки, ну и дрожжи. Вот все, что было в первой коробке. Теперь давайте откроем вот эту коробку. Посмотрим, что у нас здесь. Точно так же на английском, на украинском и на русском языке это все дело написано. Обзор спонтанный. Я думаю, вам интересно, что же здесь внутри. Бритвы одноразовые, 5 штук. Женские прокладки. Одна зубная щетка вместе с пастой. Новый жемчуг.
две туалетные бумаги, шампунь один, мыло, Ганна, туалетное мыло, место Днепро, Украина, и вот такой порошок, пролисок. Ну вот, в принципе, все содержимое этих двух коробок. В принципе, хотел поделиться, какие наборы получают здесь люди. Что касается времени, как часто их дают, если кто знает, напишите в комментариях. Ну вот и подошел этот видеоролик к концу. Сегодня мы делали обзор на гуманитарную помощь от Красного Креста. Пробовать, скорее всего, что не будем. Ну а вы пишите, может, почаще мне выбираться на природу, приготовить для вас какой-то кулинарный влог. Пишите, что думаете. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.